Привет, меня зовут Лиза Нагорская, я врач-педиатр, и сегодня расскажу, что понадобится каждому врачу-педиатру. Конечно же, это хирургический костюм или халат. Второе – это фонендоскоп. У меня это Литман, и я им очень довольна, рекомендую вам. Навыки отоскопии, а именно отоскоп, конечно же, если вы еще не приобрели отоскоп, обязательно научитесь им пользоваться и приобретите. Канцелярия забавная, вот такие, например, ручки малышам очень нравятся. И, конечно, малыши любят подарки. Я дарю малышам такие наклейки. Их можно заказать на Алиэкспрессе, купить где-либо. Это сейчас совсем несложно сделать. Врач должен иметь навыки коммуникации с пациентами разных возрастов и с их родителями. И еще в идеале иметь подписку на UpToDate или хотя бы уметь пользоваться Medscape. Но для этого нужно иметь базовые медицинские знания английского языка.